Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, и вы на канале «Автобизнес по-честному». Если вы уже какое-то время подписаны на мой канал, то наверняка знаете, что не так давно я был счастливым, и именно счастливым обладателем замечательного автомобиля Mazda 6, 2016 год. Это первый рестайлинг. Очень-очень классная тачка. Я снимал про нее много обзоров на моем канале, и о том, как я ее подбирал, о том, как я ее купил. Обзор большой был на эту машину. Эндоскопия мотора Skyactiv 2.5 тоже была на моем канале. Ссылочки все я оставлю в описании под этим видео. Если вдруг вы их пропустили и вам интересен этот автомобиль, то, пожалуйста, посмотрите. Я думаю, будет очень много для вас полезной информации. Но, как я уже сказал, мой канал называется «Автобизнес по-честному», поэтому продажа автомобилей – это одно из, собственно говоря, направлений моей деятельности. Я не то чтобы очень сильно хотел продать ту Мазду, выставил ее на авторе довольно дорого и думаю, ну, тачка классная, катаюсь на ней, все устраивает, но если кто-то предложит нормальную сумму денег, вдруг кому-то будет интересно, ну, пожалуйста, почему нет. Начинал я вообще с 19500, понятно, это вообще космический прайс, я потом, конечно, немножко спустил его до 19, и вот так она висела на авторе с ценой 19 тысяч долларов. Да-да, нет-нет, пожалуйста, будет клиент, я был готов ее продать. И 4 месяца объявление болталось, и Mazda 6 по такой цене не нужна была никому. Я думаю, это вполне ожидаемо. Но в один прекрасный день мне позвонили ребята и поинтересовались этим автомобилем. Приехали ребята из Запорожья, причем не именно те, кто хотел купить этот автомобиль, а приехали два подборщика, которых покупатели наняли для подбора. Просто им ребята подбирали машины по Украине. Они оказались весьма профессиональными, проверили машину полностью, они не просили там каких-то откатов, вернее, не предлагали, ничего не требовали, просто сделали свою работу, сделали эндоскопию, сделали полную диагностику, лакокрасочное покрытие, все-все-все посмотрели, все проверили. Ну, Mazda та была максимально в идеальном состоянии для своих лет и своего пробега, доколупаться было не до чего, и символически я ему уступил 200 долларов от 19 тысяч, и за 18 800 было принято решение продавать. Я ударил с ними по рукам, и мы разъехались, договорились встретиться там на следующий день. Они приедут из Запорожья, и мы будем ее переоформлять. И целый вечер я ходил как сам не свой. Реально было очень жалко продавать эту машину, но перекупская алчность во мне все-таки победила. Все-таки я ее продал. За 18 800 очень недешево. Я думаю, вы прекрасно ориентируетесь в ценах. Если не ориентируетесь, можете просто зайти на авторе, посмотреть, почем продаются эти Мазды. Американские они стоят и по 15, и по 16 тысяч. Официальные уже стартуют от 17, там 18 можно купить. Но я продал свою за 18 800. Надеюсь, новые владельцы недовольны. Надеюсь, она их радует. Никогда еще мне так тяжело не было расстаться с каким-то из автомобилей. Но, тем не менее, что сделано, то сделано. Начались поиски новой тачки. Хотел я Mazda CX-5 второго поколения, но, друзья, если вы думаете, что можно купить Mazda CX-5, даже американца, в хорошем состоянии, в комплектации хотя бы туринг за 20 тысяч, вы очень сильно заблуждаетесь. Все, что стоит 20 тысяч, есть цены по 20, там 19 800, 20 500, до 21. Это все лютый трэш. Мне такие машины не подходили, а что-то более-менее нормальное стартовало где-то с 23-24 тысяч долларов. Это американская Mazda, там 18, 19, 20 год в комплектации хотя бы туринг. Я спорт не хотел, потому что покупать тачку за такие бабки на кондере и на тканевом салоне мне как-то было не с руки. Я хотел хотя бы туринг, на гран-туринг я даже опять же не смотрел, но тем не менее ничего найти не удалось. Думаю, ладно, не буду изобретать велосипед, буду, наверное, торговать себе что-то на аукционе, но пока торгую что-то на аукционе, пока эта вся история плывет, пока это все отремонтируется, нужно на чем-то ездить. Уже неделю я ходил без колес, ездил на маршрутке, это очень печально, грустно и тяжело. Я думаю, кто расставался с машиной на какой-то длительный период, вы меня должны прекрасно понимать. Подвернулся мне Passat, вот такой белый, красивый, он продавался у нас в Крем Роге. Я его посмотрел, вроде бы неплохая машина, вроде бы все хорошо. Тем более, кто, опять же, подписан какое-то время на мой канал, вы все прекрасно знаете, как я хорошо отношусь к автомобилям VAG, и Volkswagen Passat, и Volkswagen Jetta. Я всегда их на своем канале о них очень хорошо отзывался. Jetta вообще топ в своем сегменте для меня и в своем ценовом диапазоне. Passat тоже очень долго для меня был идеальным вариантом за свою цену, пока не появилась Mazda. Даже Vagadro вы меня называли в комментариях, потому что в сравнительных обзорах там с Camry, Focus, Accord или чем-нибудь еще всегда
побеждал, практически всегда побеждал Passat. Мне казалось, это беспроигрышный вариант, купить, кататься и потом там за те же плюс-минус деньги отдать его, когда уже моя машина какую-нибудь там, я либо шестерку я уже рассматривал, только во втором рестайлинге после 17-го там года, хотелось что-то посвежее, 18-19. Короче, бюджет был в районе 20 тысяч, и вот в эти деньги я планировал себе что-то купить. Собственно говоря, планирую до сих пор, но пока цены на аукционах не слишком меня радуют, и даже я себе не могу купить хорошую машину в такой бюджет. Но сегодня не об этом. Сегодня об вот этом Passat. Когда я его купил, переоформил, посмотрели, мы его купил, все классно, все Passat стандартно. Ну, я знаю про них все, и здесь нет для меня ничего нового. Я всегда их любил, всегда к ним хорошо относился. Купил этот Passat, поездил первый день, поставил на стоянку, вышел утром из дома, съехать на работу. Эх, друзья. Какое же это разочарование? После Мазды, Passat, я не знаю. Я садился, и такое чувство, даже тяжело вам сейчас передать, тяжело описать. Вроде бы классная тачка, вроде бы тот же сегмент, примерно тот же ценовой диапазон. Ладно, давайте. Volkswagen Passat, 2017 год. Расскажу вам чуть-чуть подробнее, что же с ним не так. Поехали. Итак, Volkswagen Passat комплектации Airline. Что такое комплектация Airline? Это вот такой красивый стильный бампер. Это не колхоз, это не Тайвань, это не какой-то там цыганский тюнинг. Это именно вот с завода он идет с таким бампером. Это 19 диски с резиной 235 на 45 на 19. Вот такие тоже оригинальные. И парочка шильдиков на крыльях и на дверных порогах, которые громко заявляют о том, что у вас Passat, Passat Airline. И многие из вас думают, что Airline это максимальная или там какая-то очень хорошая комплектация американского Passat. К сожалению, друзья, это далеко не так. О внешних отличиях я уже сказал, но у вас здесь не будет ни бесключевого доступа, как правило, ни кнопки старт-стоп, ни люка, ни адаптивного круиз-контроля в 2017 году. У этого Passat, слава богу, есть хотя бы LED-фары, у этого Airline. Есть LED-фары спереди и сзади. Бывает Airline вообще с обычной оптикой, без LED. Здесь нет датчика дождя, слава богу, есть датчик света. Здесь нет дефлекторов обдува для задних пассажиров. Опять же, тачка 2017 года, якобы Airline, все классно, но тем не менее... Тем не менее, комплектация очень простая. И покупая вот такую красивую внешность, я не видел еще никого, кто бы сказал, что фу, это какой-то колхоз. Действительно же, смотрится хорошо. Но очень многих опций, к сожалению, здесь нет. Спасибо хотя бы здесь магнитола уже с CarPlay, кожаный салон. Иногда в Airline'ах может не быть даже элементарно этого. Под капотом здесь нет ничего нового для Airline. Здесь все тот же двигатель серии IA38 в третьей генерации, объем 1.8, турбина, прямой впрыск, 170 лошадиных сил. В паре с ним работает шестиступенчатый гидротрансформатор от ICE 09G. Ни двигатель, ни коробка никаких проблем владельцам не доставляет. Мотор вполне спокойно доживает до 200-250 тысяч пробега километров, коробка живет и того дольше. Да, конечно, нужно его обслуживать, да, вам нужно будет менять цепь, раз там в среднем где-то 130-150 тысяч километров пробега, стоит это порядка 15 тысяч гривен на сегодняшний день, но сейчас на машине 83 тысячи километров, и мне до этой процедуры еще пока, слава богу, далеко. Зная все это, зная, что мотор хороший, коробка хорошая, машина выглядит классно, красивый белый цвет, мне всегда нравились машины в белом цвете, особенно Airline, благодаря вот этим черным вставкам играет красиво в белом, потому что если бы он был какого-то темного цвета, вот эти черные вставки, они не так бы выделялись и не так бы гармонично эта машинка смотрелась. Собственно говоря, я на это все и купился, на красивый внешний вид и на знания какие-то о том, что автомобиль неплох в плане своей какой-то надежности. Но, друзья, не знаю, ездить на нем первые несколько дней после Мазды я не мог абсолютно. И я хотел его продать в минус $500, там за 15-500 был готов, за 16 там я его взял, да, и за 15-500 готов был кому-то отдать изгоряча, потерять $500, потому что я не хотел ездить, я хотел звонить и чуть ли не забирать свою Мазду назад, потому что, ну реально, друзья, я не знаю, это тяжело объяснить, но вот когда тачка вам нравится... И потом вы покупаете что-то другое, что вроде бы тоже вам должно нравиться. И всегда вам нравилось. Мне всегда нравились Passat, вы прекрасно об этом знаете. Но я реально хотел продать его в минус $500, просто чтобы от него избавиться. Не потому что в нем есть какие-то проблемы, а потому что ну не заходило он мне. Снаружи все классно, но
но это совсем не то, это совсем другие ощущения и в салоне, и от езды, и от всего-всего-всего остального. Но человек же такое существо, он ко всему привыкает. Несколько дней я поездил, меня попустило, слава богу, я успокоился. Думаю, не надо горячиться, не хочется терять $500, тем более, что я поменял масла, фильтра на нем, как бы, потому что планировал для себя ездить в первый же день сразу после покупки. Я его сейчас выставил там на авторе за 16500. Если кому-то будет интересно, вот за 16 я его взял, за 16 вам, мои дорогие подписчики, я готов его отдать. На авторе он висит 16500, может быть, $500 я заработаю, если вдруг опять в случае с Маздой покупатель придет с авторе. Если вы попадаете в салон Passat, здесь вас не ждет абсолютно ничего нового. Nissan Airline ничем не отличается, никаких там спортивных кресел или еще чего-нибудь такого вы здесь не увидите. Да и этот Passat 2017 года ничем не отличается от своих дорестайлинговых версий 11, 12, 13 там годов. При том, что эта архитектура центральной консоли и всего салона очень схожа еще даже с B6-ми Passat'ами. Собственно говоря, машины эти на одной платформе и построены. Руль – это единственный приятный бонус, и хотя бы за это Volkswagen стоит сказать спасибо. Он мало того, что очень классно выглядит, так он еще и очень удобно, ним очень удобно управлять. Круиз-контроль переехал здесь, наконец-то, с подрулевой вот этой клавиши переехал на руль, на левую его часть. Сами клавиши нажимаются с довольно приятным ходом, тактильно, органы управления выполнены действительно классно. За это, за эргономику я всегда хвалил Passat, и здесь я останусь верен себе. Эргономика Passat'ов, да и Volkswagen вообще, заслуживает отдельной похвалы. Управлять кондиционером, подогревы сидений, мультимедиа, клавиши на руле, переключатели поворотов, свет, звук, все сделано очень классно. Ход клавиш четкий, никаких повторных нажатий, никаких ложных срабатываний. В этом плане Volkswagen молодцы. Но сам дизайн, блин, 17-й год, да и 18-й, 19-й, 20-й, там все будет то же самое, та же самая архитектура, старая центральная консоли, ничего нового, ничего интересного. Еще и кочерга вот эта ручника, пожалуйста, на тебе, держи вот эту кочергу, хочешь ставить машину на ручник, давай, делай это все по старинке. Может быть, это, конечно, и плюс в плане надежности, но в плане дизайна, в плане эргономики, это скорее минус, чем плюс, лично, по крайней мере, для меня. Ни материалы салона не менялись. Вот эта кожа, псевдокожа, это дермантин, он не очень хорошего качества. Мало того, что он изнашивается очень быстро, пробегом там после 100-120 тысяч километров уже очень часто появляются трещины. Не всегда, конечно, бывает и на 180 салон выглядит неплохо, но бывает, я видел ситуации, когда и на 100 тысячах километров пробега сидушки, особенно водительские, уже в каких-то трещинах, затертостях. Вот здесь особенно боковая часть очень часто рвется, и износостойкость его очень низкая. Мало того, что плохо она ходит, эта кожа, этот дермантин, так он еще и очень холодный. Сейчас у нас на улице, сейчас начало сентября, и на улице по утрам бывает 13-14 градусов тепла. Я сажусь в эту машину, и я включаю подогрев сидений, потому что кожа реально холодная. Не приведи вас Господь купить когда-нибудь себе Passat, либо Jetta с кожаным салоном и без подогревов. Такие версии я иногда встречал. Не знаю, кто это так комплектовал, какой человек и для каких целей так придумано, но... Ребята, если вдруг вам такое попадется, лучше или отказывайтесь, или тогда думайте, понимайте, что вам всегда придется ездить какими-то чехлами, накидками, я не знаю, потому что, ну, сидеть, это сейчас 13 градусов тепла, а если будет 10 градусов мороза, ну, вы не сядете на эту кожу, надо будет какую-то подушку под задницу подкладывать. Я очень хорошо отношусь к кожаным салонам, и мне больше нравится, когда в салоне все-таки кожа, машина смотрится тогда богаче. Не знаю, у всех свое мнение на этот счет, многие кожу не любят и предпочитают тканевый салон. Отчасти вы правы, он более, скажем так, комфортный в плане теплоотдачи, в плане практичности и в плане внешнего вида кожа мне нравится лично намного больше. Но не кожа вот этих Passat'ов, это даже кожей назвать тяжело, это реально какой-то кожзам, притом очень-очень дешевый и очень-очень невысокого качества. В SEL комплектации там все немножко получше с качеством кожи, там другая отделка сидений получше, но тем не менее все равно она проигрывает всем своим основным конкурентам именно по качеству вот этой кожи. Руль здесь с электроусилителем, но обратной связи очень и очень сильно недостает, и управляемость Passat'а я бы не назвал ее эталонной в своем классе, потому что, несмотря на то, что установлены здесь 19-е шины с низким профилем 45-м, тем не менее рулежка – это не про этот автомобиль. Да, по прямой он стоит хорошо, и на высоких скоростях он классно держит дорогу, классно держит траекторию,
Но если вы хотите там сделать какое-то резкое перестроение или резкую перекладку, то обратной связи очень сильно не достает. Рулится автомобиль, скажем так, посредственно. Зато он очень классно набирает. И это то, за что можно любить Volkswagen. И это то, за что нужно любить Volkswagen. Неважно, на какой скорости и с какими оборотами двигателя вы едете. 1.8 TSI, вы нажимаете газ в пол, и вы просто едете. Да, 170 лошадиных сил, это не 240, как на тройке BMW, но тем не менее, их вполне хватает. Коробка отрабатывает классно, мотор крутится очень классно, турбо есть турбо, я не знаю. Это вот благодаря этому я смирился с этим автомобилем. Я решил, что все-таки не нужно продавать Passat, нужно все-таки на нем ездить, тачка неплохая. Она проигрывает даже Mazda по многим-многим показателям, но она интересная. Она дарит какие-то эмоции, и это уже хорошо. Очень много в современных автомобилях такие эмоции не подарят вам и близко, как этот Passat. Рулежки здесь нет, но хотя бы ускорение вы получаете в полной мере. И по техническим характеристикам Mazda разгоняется на секунду практически быстрее, чем Passat. Но если брать вот чисто по ощущениям, то Passat разгоняется намного лучше. Понятно, турбомотор, он едет немножко по-другому. Есть заминка, потом включается турбина, и вы получаете более резкий пинок под зад, когда ускоряетесь. Может быть, это субъективно, и может быть, это кажется. Я хочу сделать какой-то заезд Passat и Mazda с мотором Skyactiv 2.5, но все время у меня что-то не получается. То времени нет, то нет подходящей машины, то еще чего-то. Короче говоря, пока вопрос для меня открытый, что же все-таки быстрее, Passat либо Mazda. Но по техническим характеристикам быстрее Mazda, а по ощущениям быстрее Passat. Шумоизоляции в Passat тоже особо не завезли. Да, конечно, она здесь лучше, чем в Mazda, потому что хуже, чем в Mazda, наверное, быть не может. Но, тем не менее, я не могу назвать эту тачку тихой. На больших скоростях, больше 110-120 км в час, очень слышно шум ветра, слышно гул шин. При интенсивном разгоне очень хорошо слышно звук двигателя в салоне. Вот сейчас мы выехали на плохую дорогу, на нашу криворожскую бетонку объездную. Если вы из Криворога вдруг, то знаете, о чем я говорю. Я вообще стараюсь сюда никогда не ездить. Если мне нужно куда-то в ту сторону попасть, там на Заречный или еще куда-то, я всегда объезжаю через город, пусть там светофоры, пусть там более интенсивное движение, но я на этих 19 колесах на Пассате ездить по объездной не хочу. Мне здесь больно, здесь очень сильно трясет. И кажется, что Passat весьма некомфортная машина. Хотя на самом деле, конечно же, это не так. По хорошим криворожским дорогам, а я все-таки настаиваю, что в Криворожье дороги довольно неплохие, не считая там определенных кусков типа этой объездной. В целом дороги хорошие, и даже на 45-м профиле на Passat ездить в Криворожье комфортнее. Если у вас тут какие-то 17 или 18 диски, то Passat сам по себе машина довольно комфортная. Сейчас вот я съеду с объездной, с этой бетонной разбитой, ухабистой, выйду на более-менее ровную дорогу и опять начну получать удовольствие от автомобиля. Причем этот двигатель прекрасно чипуется, все моторы Volkswagen прекрасно чипуются. Stage 1 и там порядка 190-200 лошадиных сил у вас будет, точно сказать не могу, там каждый меряет их по-разному, каждый рекламирует себя по-разному, свои прошивки и свои стейджи. Но ориентировочно до 200 лошадиных сил вы можете получить простой перепрошивкой блока управления двигателем. Volkswagen смог. Они долго страдали, долго терпели. Не получалось у них Ген-1, не получалось у них, не все хорошо было с Ген-2, и 1.8, и 2-литровые двигатели. Страдали и масложором, и преждевременным износом поршневых колец, и растяжением цепи на довольно ранних пробегах. Тем не менее, они все это доработали, они все это сделали, они смогли. Сейчас моторы, по современным меркам, моторы Volkswagen можно назвать довольно надежными. Тормоза, вот это тоже сильная сторона автомобиля. Тормоза намного лучше, чем в Toyota Camry, тормоза намного лучше, чем в Mazda, лучше, чем во Fusion. Останавливается машина очень классно, очень прогнозируемое замедление. Мне уже довелось несколько раз оттормаживаться резко, и вообще нареканий на тормозную систему автомобиля нет никаких. Жаль, он не рулится так, как он разгоняется, и так, как он тормозит. То есть эта тачка сугубо разогнаться по прямой и остановиться. Это да. Если нужно поиграть в какие-то шашки, какие-то резкие активные перестроения, то
Это не про Passat, это, наверное, про что-то другое. Салон у Passat довольно просторный, очень много места на заднем ряду. Здесь я сам за собой усаживаюсь без особых проблем. И если в Mazda, там Camry, Accord'е или Fusion'е, не дай бог, там сзади вообще сидеть невозможно, то в Passat'е места мне хватает самому за собой усесться, и для коленей еще остается запас. С другой стороны, нужно ли мне это место? Скорее всего, нет. Я, как вы видите, никак его не использую, оно просто там сзади есть, да, его много. Большой багажник по сравнению с Mazda, да, намного более просторный, и погрузочный проем намного более широкий, то есть загрузить какую-то поклажу намного легче, и поклажи влезет намного больше. Я не скажу, что я прям страдал с багажником Mazda, но реально он был маловат, и положить туда зимнюю резину влазило только два колеса. Если это 17-е колеса у меня там были, то приходилось все это пихать в салон. Багажник Passat, слава богу, большой. И для кого это важно, то, наверное, Passat вам все-таки подойдет больше. Потому что у Mazda было два недостатка. Это шумоизоляция и это маленький багажник. Все. В остальном эта машина была для меня идеальной. И я не знаю, я на сегодняшний день в классе вот этих седанов D-класса, не какой-то там премиум сегмент или не еще что-нибудь такое, туда мы не лезем. В классе вот в своем ценовом диапазоне Mazda 6 для меня была и остается самым лучшим автомобилем. Никакой Passat, Camry, Ford Fusion никто не сравнится. И кто-то вполне логично может сейчас из вас задать вопрос: чувак, а что ты вообще делаешь? Ты продал Mazda, ты ее хвалишь зачем-то, ты купил Passat, который теперь пытаешься продавать, и ты его хейтишь, ты рассказываешь, какой он плохой, как же ты планируешь его продавать. Ребят, этот ролик не для продажи Passat, этот ролик просто рассказать вам правдивую информацию там о каком-то машине. Я на канале не делаю ролики с целью что-то вам впарить, что-то вам продать. Я пытаюсь рассказывать о тачках честно, в том числе и о тачках, на которых я езжу лично сам. Если в этом Passat хороший мотор, я об этом сказал. Если хорошая коробка, сказал. Красивый руль, да. Классные тормоза, окей. Но больше ничего выдающегося в нем нет. Эта машина довольно посредственная, точно такая же, как и все остальные машины в своем сегменте, плюс-минус. И вы часто очень спрашиваете у меня: Сергей, а что купить, там, Ford Fusion или Passat, или может быть Camry, или Mazda, посоветуй, что лучше? Друзья, я не могу вам ничего посоветовать, потому что, ну, лично для меня лучше всего Mazda, я об этом уже сказал. Но это мое субъективное мнение, и Mazda тоже не лишена недостатков, я о них рассказывал. Есть куча разных альтернатив, и менее популярных, чем названные ранее машины. Тот же Chevrolet Malibu, может быть Nissan Altima, может быть Chrysler 300-й. Вполне себе нормальные машины. Поэтому выбирать нужно, не спрашивая советы у меня, у кого-нибудь еще, у Пети, Васи или у каких-то специалистов. Потому что мнение каждого человека субъективно. Вы должны выбирать тачку, которая нравится именно вам. Выбирать ее душой, выбирать ее сердцем. Да, какие-то технические характеристики обязательно нужно учитывать. Например, несмотря на то, что мотор классный, едет он хорошо, но жрет он, падла, больше, чем мотор на Mazda. Этот 1.8 турбированный двигатель жрет больше, чем Skyactiv 2.5 на Mazda. В тех же режимах езды, в том же городе, в тех же поездках, на Mazda у меня был расход 9.5 литра в городе, 9.7 там максимум, до 10, это уже если делать ра-та-та-та-та и ездить довольно бодро. На Passat, если делать ра-та-та-та-та и ездить бодро, получается 12-12.5. Если ездить просто потихоньку, то 11, там 10.5. Тем не менее, разница в 1.5-2 литра при тех же пробегах, не в пользу Passat. Я не знаю, хотя я почему-то считал, что этот двигатель должен быть как минимум такой же по экономичности. Но, как оказалось, нет. Второй тоже может важный момент для кого-то, это установка ГБО. Ни сюда, ни на маздовский мотор 4-й ГБО классическое не ставится. Да, можно ставить там с довпрыском бензина 70/30 или 80/20. Я уже не буду говорить, что сюда не ставится, окей, потому что вечно там найдутся какие-то умные в комментариях, которые пишут, что газ ставится везде, как это не ставится. Да, он везде ставится, за исключением там некоторых моделей автомобилей, типа каких-то Мерседесов или еще чего-то. Но одно дело поставить ГБО за $500 и ездить чисто на газу, совсем другое дело поставить ГБО за 900 евро, ездить при этом на бензине, 30% расходуя бензина. Какой смысл в этом и какая экономия, я не знаю. Лично я бы не ставил ГБО ни на этот мотор, ни на мотор Mazda Skyactiv, ни на любой мотор другой с прямым впрыском.
Но это дело ваше, хотите ставьте, хотите нет. Опять же, эту характеристику, эти пункты тоже надо учитывать при выборе автомобиля. Если вам все это плюс-минус подходит, там расход, ГБО, не ГБО, еще там что-нибудь, размер багажника, выбирайте просто душой. Нет хорошей машины, нет плохой. Каждая машина хороша по-своему. Есть какие-то недостатки и в Passat, есть достоинства и в Mazda, и в Camry, и во всем остальном. Причем салон и эргономика — это, наверное, даже более важный аспект, чем внешность, потому что любоваться автомобилем будете от силы 5 минут каждый день, а находиться в автомобиле вы будете довольно длительный период времени. Поэтому, выбирая тачку, нужно просто сесть в нее и просто понять свои ощущения в этом автомобиле. Потом выйти, осмотреть ее сзади, спереди, с двух сторон и понять, если она вам нравится, можно смело ее покупать. Если она вам не нравится, неважно, что скажет Сережа, Петя, Вася или Коля, лучше Passat или лучше Mazda, вы будете ездить на этом автомобиле. И покупая автомобиль, гораздо важнее не то, какой марки или модели автомобиль вы купите, если они все примерно в одном ценовом диапазоне, в одном классе. Гораздо важнее купить живую тачку. Если вы попадете на какого-нибудь утопленника или перевертыша, погорельца из Америки, или если вы там купите со смотанным пробегом европейскую тачку, да и официальные наши машины тоже очень часто грешат смотанными пробегами, то абсолютно плевать будет на эргономику, на какую-то заложенную туда надежность, двигатель в коробку, гниет или не гниет кузов. Это все станет абсолютно неважно, потому что ваша тачка уже прожила довольно сложную жизнь, уже проездила очень много, уже побывала в нескольких ДТП, может быть, тонула, может быть, горела. И тогда уже будет не до кнопок на руле, не до дизайна центральной консоли и не до надежности двигателя, а до надежности коробки. Там уже может быть совсем другая история, и, скорее всего, она будет нерадостная. Седаны D-класса все хороши по-своему. Уделите больше времени подбору именно хорошего экземпляра, а не разговорам о том, что лучше мне купить. Купите просто хорошую машину, и будет вам счастье. Будете ездить, радоваться и кайфовать от этого транспортного средства, чего я вам, собственно говоря, искренне и желаю. Ну а у меня на сегодня все, друзья. Любите свои тачки, и пусть они отвечают вам взаимностью. Всем пока!